Коротко, в принципе, игра получилась достаточно напряженной. Понятно, всем двум командам нужны очки. Но считаю, что в целом она прошла при нашем преимуществе. Особенно был, в общем-то, неплохим первый тайм, где и контроль мяча, и создание моментов присутствовало. Забили мяч достаточно быстро и, в общем-то, ничего не предвещало. Выброс саут прозевали, счет сравнялся. Но продолжали гнуть свою линию. То есть были неплохие взаимодействия. Выход один забили второй мяч. И, в общем-то, казалось, что достаточно уверенно все. Тут же был момент выхода 1-1. Савич не реализовал. Ну, далее, вы знаете, пенальти последовал, который вызвал очень много вопросов. Сравняли траву 2-2. А второй тайм, мне кажется, немножко, конечно, стал менее интенсивным. Обе команды не то что думали о том, что где-то перестраховывались, свои не пропустить, но и, конечно, очень тяжело было в плане моральном. Поле некачественное, внимание уже рассеялось, усталость наступила. Хотя и во втором тайме и у нас, и у Тарау, там, по-моему, был момент головы, когда пробивали. Мне кажется, что чувство такое, что мы потеряли 2 очка.